Всем привет, я Сергей Филимонов, собственно, виновник сегодняшнего торжества. Сегодня нам 10 лет проекту «Шаг со звездой». Сегодня произойдет на этой сцене, именно в Колизее-холле, большой концерт. Сегодня мы продемонстрируем 4 премьеры, 4 артиста, у которых, у некоторых даже по 2 премьеры клипов, которые мы снимали именно со звездами нашей российской эстрады. Именно в 2011 году родилась идея именно создать проект «Шаг со звездой», поставить это на такой кастинг-проект для того, чтобы помогать молодым дарованиям, для того, чтобы давать им какую-то уверенность в будущем, какое-то направление, потому что часто молодые артисты, они не всегда как бы находят себя и делают, тратят очень много энергии, сил для того, чтобы как-то заявить о себе, и все это не всегда получается. И я хочу заявить всем начинающим исполнителям, которые хотят чего-то добиться в этой жизни, мы к вашим услугам. Звоните, приходите, пишите. Будем общаться, будем думать, решать. Главное, что душа поет.